Здравствуйте, дорогие друзья! Всем благословенного, доброго дня от того, который сотворил время. Это начальник времени, с которым у нас сегодня есть уже отношения. Насколько важно понимать, что от начальника многое зависит. И от начальника времени в том числе. Он знает, какое количество времени выделено лично тебе на твою программу жизни. Он знает, как правильно распорядиться этим временем. Он знает, чем оно должно быть наполнено. И какой результат от этого наполнения придет не только в твою жизнь, но в жизнь окружающих. И, соответственно, дела пойдут вслед за тем человеком, который свое поприще совершил. И слава Богу за то, что мы это знаем сейчас. Не тогда, когда уже предстанем пред начальником времени, а сейчас, когда мы с ним имеем отношения и можем об этом разговаривать. Можем задавать вопросы, получать ответы, слышать то, что он нам отвечает. И это очень важно. Важно, друзья, понимать, что в нашей жизни нет ничего случайного. В нашей жизни все имеет причинно-следственные связи, а значит, лучше строить их осознанно, с пониманием, к какому финишу мы хотим прийти. И то, что мы с вами сейчас говорим об Иаве, о нем не так много написано. Да, его имя звучит не так редко, но суть этого человека, его характер, мы узнаем из определенных событий, в которых он проявлен. И вот это одно из них. Это событие его ходатайственного голоса перед Давидом. Это событие его сердца. Показано здесь сердце Иава, что он искал пути. Не просто, может быть, его Авессалом просил это сделать, но не просто выполнить просьбу, ну так, я сделаю, а как там сложится, как получится. Он ищет результативный ход, и он его находит. А в результате, когда осуществил свой замысел, то теперь расположение Давида очевидно, и он готов теперь осуществить то, что разрешил Давид. А что это ему стоит? С одной стороны, посмотрите, друзья, любое наше ходатайство перед Богом, оно тоже от нас чего-то потребует. Это определенное состояние сердца, это определенное состояние души, и это наше время. Это поиск ответа или поиск пути, как нам прийти к ответу. И тогда, когда мы принимаем вот эти потребности человека другого в свое сердце, то труд нашей души будет обязателен для результата в чьей-то судьбе. Это не просто затраченное время, это не просто затраченные усилия, а это труд души. И в этом смысле мы видим, что Иав это сделал и получает теперь следующий, как шанс, что ли, на осуществление следующего этапа. «И встал Иав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим». То есть не было телефонов, чтобы сообщить. Даже можно было бы послать, наверное, какого-то из отроков, как они это делали раньше. Но он сам идет, чтобы вернуть Авессалома в Иерусалим. Ему тоже это чего-то стоило. Ему надо было сделать эти шаги и, по сути, оставить сейчас место, привычное для себя. Может быть, оставить обычные дела, которыми он занимался, и, скорее всего, они у него были, как у начальника войска. Но сейчас он их оставляет, чтобы пойти за Авессаломом в Гессур. Гессур – это место не то, где можно быть в безопасности, по крайней мере, Иаву. Но он туда идет ради высокой цели. Поэтому посмотрите, друзья, наши ходатайства перед Богом о ком-то или о чем-то от нас еще будут брать время, будут брать наши усилия, когда надо будет отложить одно дело ради другого, ради того, ради чего ты ходатайствовал. Поэтому если вы о чем-то молитесь, и Бог дает вам ответы, это уже дает право на жизнь этому предмету, или этому явлению, или этой ситуации, за которые вы ходатайствуете. И Господь вас снаряжает на то, чтобы еще поучаствовать в этом процессе на полный результат. Я желаю, чтобы мы не потеряли такой возможности. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты знаешь, о чем, о ком мы ходатайствуем. Все эти годы, как мы молились и молимся за
родных, за близких, за город, за страну, за людей в разных местах. И я благодарю Тебя, Господи, что если Ты хочешь нас соединить сегодня Твоими мостами, соединяй. Пусть эти контакты, они будут произведены Святым Духом, потому что наши ходатайства не пустые, наши молитвы, они имеют основание веры и основание сердечного участия. И пусть этот труд души будет принят небом, а ответами смогут насладиться множество людей. Благодарю Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.